Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Шустрила, Джек Шепард и я, Артур. Здрасте! Мы должны сказать привет, да. Да. Вы не поверите, это второй сезон DayZ. Мы знаем, мы соскучились тоже. Мы еще больше. Да. Главное, мы соскучились друг по другу. Это просто трогательный момент воссоединения. Да, нам нужно найти Джек Шепарда. Но воссоединение у нас пока что только с Артуром. Да, Джек Шепард появился в Волоките и... Грубо говоря, это недалеко, конечно же, от нас, но до туда надо что? Правильно, дойти. А мне нужно отсюда что? Все хорошо, но начинается, Макс, я потерялся. Я уже рядом. Я не знаю, где я. А мне все. Мы бежим, короче, назад, грубо говоря, к Воркуте, и там от Воркуты, там Джек, ты не поверишь, я нашел еду. Отлично. Но у меня нет нечем еду вспороть, поэтому... Ну, я только начал, у меня вообще голые карманы. Еда остается жить. Пока. Еда, тебе везет. Да, в общем, спасибо. Намальск, наверное, самая лучшая карта к DayZ на данный момент, даже лучше Черноруссии, на мой взгляд. Именно потому, что тут добавили что-то свое. Здесь есть, скажем, что, то, что... Джек Шепард? Здесь есть кровососы. Да, здесь есть кровососы, куча локаций и сталкера. Да. И вообще такая фирменная атмосфера, именно вот такой большой. Подземка, процесса. Подземные бункеры, по-моему, это просто действительно прекрасно. Черноруссия тоже, конечно, неплоха, но заезжена. А тут что-то в новиночку. Не мне, так людям. В общем, дела какие. Да. Мы пока что, опять же, добрые. Так, условно добрые, понятно. Мы можем пристрелить человека, нас, но... Нас не трогают, мы не трогаем. План такой на игру. Да, пока что у нас как-то цинизм весь растратился по дороге. Он косо на меня посмотрел, все. Уже, как бы, ты уже кого-то нашел, да, там? Я вышел к линиям электропередач, к чему, по ним двигаться вдоль дороги? Я вот, мы пришли к Олд-Ярду, там, где эти военные вышки сейчас будут. Ну, буквально, по крайней мере, мы рядом. Я на горку поднялся, в общем. На самом деле, в Намальске я первый раз, Джек Шепард тоже тут провел буквально, я не знаю. Два часика всего, да. Ну, а я как всегда. Да, ты провел достаточно побольше, поэтому будем действовать по стандартной схеме, как найдем Джека Шепарда. То есть мы двойка, а ты держишься в стороне и, если что, оберегаешь нас, хранишь нас, птенчиков. Если что, я домой. Ну, то есть, как бы... Ребята, ну, да. Окей. Ну, кстати, я вот сейчас чисто хочу повыживать. То есть не так, как я обычно играю. Да, это интересно. Хэнпока, что... а просто как можно дольше жить, остаться в живых. Я вижу с этой горки три больших вышки. А мы видим... На которых можно лутать. Непосредственно. Сейчас, подожди, засеку Джека Шепарда. Мне к ним может рвануть? Они высокие, да, такие? И внутри за... Да, три больших зеленых. Там я вижу вроде бы мост даже. И мы их тоже видим, но вот тебя мы не видим. Ну, грубо говоря... Стою... Ну, ты меня не увидишь, потому что я стою, во-первых, на горе, за деревьями. И вот тут линии электропередач прям рядом со мной идут. Старик! Идем. Куда бежать мне? Беги в сторону этих пушек. Ладно, рванул. Но близко слишком не подходи. Почему? Потому что там опасно. Но мне далеко идти. И тут, кстати, теперь еще небольшая такая особенность, что зомби появляются прямо вот так вот, на пустырях могут ходить спокойно. О, кстати, да, вот тут меня реально прикалывает, когда я бегу по лесу, а тут раз скачу. Вот, допустим, вот такой вот, около тебя аккуратно. Справа от тебя, очень близко. Я обратил внимание. У вас оружия нет, да? Нет. У Макса есть. Если... А, ну да, ММочка, ЦЦОшная. Сзади нас человек! Он с оружием! Отлично. Я был вынужден. Сейчас у Артура будет пушка, да? Чем мы там говорили про... Ну нет, ну серьезно, он преследовал нас. Так, нам там не бегут пассажиры какие-то. Бегут. Ты разберешься с этим вопросом? Я постараюсь. Если ты в этот раз в этой жизни помнишь. Так, я пока побегу. Я слышу выстрелы. Это война. Я слышу автоматную очередь. Это война, сынок. Так, все вроде спокойно. Слева от меня, да. Ох, как это делается. Забежал. Я открыл его Элис-пак, забираю с него бандажики. Хит-паки, так в них нужда появилась, нет, такая? Очень нужны. Да, потому что здесь мы мерзнем. Сокровища. Так, ну я беру тогда все три штуки. Беру две, рюкзак. Нет, три газировки. Да, кстати, рюкзак же надо. Блин, я все забыл. У него еще Г-36. Кстати, я пойду посмотрю быстренько, что у него в рюкзаке. Может, что-то интересное. Стади-бади. Юрий, прости, Юрий. Ты просто представлял небольшую опасность. Ну, ничего. Извини, конечно. Так, топор возьмешь, потому что я с топором не умею. Возьми карту, возьми... У меня есть топор, а вот карту я бы взял. Да, возьми карту, а я возьму часики.
Так, о, охотничье... и чутье в воду, конечно же, тоже лучше забрать. Но у меня просто рюкзак уже забит. А, нет, он же не забит, подожди. Там гили, Артур, возьми гили. Сейчас, я вспоминаю, как что делается. Или даже нет, хорошо, вспоминаю, я пока быстренько все уработаю. Я не уверен, что мне гили нужен, честно говоря, мне охота... Я дам тебе свой камуфляж. Ты мне, конечно, нужна... же напомнишь, как это делается? Слышь, нет, я не отдам тебе камуфляж. Этот гили... напомнил людям, что я нашел мачете! Тут есть мачете! Мачете! Мачете в игре? Да, я нашел мачете только что. Мачете. Я возьму винчестер себе. Отлично. Так, я, в принципе, набрал всего, чего хотел. И заметьте, реально, ничего не происходило, пока мы не включили запись. Внезапно. Юрий. Как так, всегда. Хорошо. Да? Ну, и зомби. У тебя зомби. Патроны есть? Вполне себе неплохо. Этот кто перезаряжается? Ты? Да я, это я. Просто звук был такой. Ага, рядышком я с тобой. Неприятный. Так. То есть Джек слышал выстрелы и знает примерно, где мы? Я знаю примерно, где вы, но у меня такого... Такая проблемка небольшая, я на крыше двухэтажного дома, ко мне идут зомби, у меня в винчестере 14 выстрелов осталось. Мы поняли, идем спасать его. Так, веди. Идем. Ты карту взял? Карту, да, на комп. В общем, ориентируйся на водонапорную башню деревянную. И хорошо. Там небольшой типа заводик, вот я увижу, там. Я понял, я увижу ее, если мне повезет. Ой, вокруг меня куча зомби. На самом деле это удачно, что этот человек пришел, конечно же. На самом деле можно было с ним попробовать поговорить, но я боялся. Ну да. А когда я боюсь, я стреляю. А когда я стреляю, люди не выживают. Я не хотел, это нечестно. Короче, когда мы говорили, что мы мирные, мы маленько борщанули, похоже. Похоже, что да. Так. Я уже вижу комментарий, там вот. Первая минута тайм метка. Мы мирные, за четвертая минута бегут. Завалили человека. За нами? Да. Бегут? Зомби одна. План елки, смотри. Заходишь в елку и выходишь из нее. Так, все. Патроны на винчестере кончились. У меня есть Ленфилд и еще два зомби. Вот эти выстрелы вы должны услышать. Да, мы их слышим. Я скоро буду. То есть они вязнут в елках? Да. Отлично. Так, я тебе говорю, зомби, эти зомби очень любят хвою. Сзади еще, походу, да, за руку. Нами еще гонится. Давай, давай, елки, елки, план елки. Елки-палки, лес густой. Ну, короче, Намальск интересен именно своей сталкерской тематикой и тем, что здесь, в принципе, вот сериал, в который мы играем, мы про него не скажем вам. Да, да, все прекрасно знают, поверь. Короче говоря, здесь именно уделяется большое внимание ролеплею игроками, как, собственно, и нам. Так что будет интересно, я думаю, постараемся выживать. Что характерно, у нас сразу появилась еда. Еду здесь найти очень тяжело, поэтому... Слышал Сэнфилда шмальба слева? Я стреляю, да-да-да, ко мне двигайтесь. Это Сэнфилда ты шмалишь? Да. Я поджег эту, в общем. Ничего себе, слышишь, у нас проблема. На черный дым идите. Если он шмаляется... Ого, вижу, видим. Хорош, вообще хорош. Ты что там поджег? Я канистру. За нами толпа. Ты, блин, шмалишь Сэнфилда? Ты там все кругу, наверное, собрал уже. Я убил там, тут все. Там я горит. Да-да-да, на дым черный, двигайтесь. Да, и поверишь, видимо, вы теперь не только мы, но и... Да, но его больше нет. Но и половину острова. Как все взять. Угу. Кстати, остров здесь гораздо меньше, поэтому энкаунтеры с игроками встречаются гораздо чаще. Но при этом, как ты видишь, тут слишком много деревьев, и бой в большинстве случаев будет чисто именно такой, лицом к лицу. Очень дерево. Сложно заметить на расстоянии. Но мы же жесткие. Ну, конечно. Мы-то так, да. Макс, я думаю, пришли. Ты сколько времени провел вообще на этом острове? Я не считал. Ну, ориентировочно больше дня? Больше дня. Это хорошо. Ты больше недели, я бы даже так сказал. Ну, это тем более вообще отлично. Ладно, месяц. Больше месяца. Год. Больше, чем год. Джек, на тебя ты еще воюешь, потому что тут зомби, и они... Я не воюю, я здесь пытаюсь в домиках осмотреться, здесь есть дрова. Мы тебя подождем на выходе, пожалуй. Куда мне выходить? В какую сторону? Выходить в сторону не вышек. Мне надо с чувствительностью будет разобраться после этой серии, потому что она у меня дикая стоит. Я ни в кого не попаду так вообще. Я и так-то звезд с неба не хватаю. Но... С тобой бегать шустрила, тебе не надо попадать. Просто да. Смотри. Вот не надо, это переоценивание меня всегда бесило. Так. Да ладно, ты хорошо стреляешь у нас. Так, на меня уже сагрился зомби, я вышел. Ведите меня, куда бежать. Слышу выстрел справа. Это вы каркой, накаркали просто. Так, я жду Джека. А вон вижу, Джек бежит с Энфилдом. Бежим, беги на выстрелы. Вижу, вижу. Тебя вижу, с топором кого-то вижу. С топором? Кто это? Что за мужик с топором? Это не ты, Артур? Нет. Я за ним бегу. Решайте его судьбу сейчас.
Я понял, Джек решил решить его судьбу в соло. Джек, оставь беднягу в покое. Оставь беднягу. Ну зачем ты? Он же кровью истекает. Все. Он истекает кровью, он как-то думал, это Артур. Он бежит с топором. Он на меня бежит! Джек Шепард, выбегай, мы его снимем. Да, просто выбегай назад. Он за тобой бежит. Выбегай откуда как пришел. Как пришел, так и выбегай. Из него же кровь бежит. Джек Шепард. Да, спокойно. Я вышел, это я. Он походу сел перевязываться. Не, вон, нет, он бежит. Ну что, решать его? Убивай. Зомби, убейте, которые ко мне бегут, они вроде встали. Тихо. Если что, так, тот парень еще жив. Джек Шепард, ты идешь к нам? Я вас не вижу, но... Оставить его или убить? Все, увидел Максима и Артура. Могу подойти и просто разобрать. Пусть там сидит, все, мы не будем туда к нему идти. Хорошо. Ничего нет. У нас типичная самооборона. Пошли. Оружие, которое там было, там остался Винчестер без патронов, а Ленфилд я забрал. Самооборона? Джек пробил ему Санфилда. Я в погоне, поэтому давайте уходить. Идем. Уходим. Вот, в общем, наше соединение. Да, мило. Здесь. Спереди бежит зомби. Я вижу, меня очень радует, что переработали анимацию зомби, потому что они бегали как упоротые, и сейчас как-то все более реально. Так, значит, что я хочу сказать. Сейчас идем на одну военную базу, там есть люди. Но и лута, собственно, много. Там примерно 3 барака стоит, которые вот бараки, как в аэропортах, помните, жесткие? Угу. Ну и там будет много чего. Это злачное место, да? Да, ништяков много. Есть вариант напороться на неприятности. Поэтому будем что? Правильно, аккуратными. А, у тебя сколькикратная оптика? А кок обычный? У меня, да, нет, обычный коллиматор, даже не отсок. А, понятно. Нужно ли мне вам сказать, что у меня Ленфилд пустой? Пустой? Может тебе G17 выдать? А ты палкой можешь его бить, палкой. Ну, то есть как, взять за ствол? Я мачете вообще взял, Да, нафига мне Ленфилд? Теперь ты у нас будешь торпедой. Да, человек-торпеда. Джек Шепард, человек торпеда, он вышечка военная. Если хотите рисковать, на этом ничего я не будет. Я ее лутал, по-моему. Скорее всего, ее лутал. Но я вот вижу ее, там ничего нет. И тут не стесняйтесь еще так головкой своей вертеть периодически, потому что это есть такое дело. Иногда это спасает жизни. А, Макс, ты вообще смотрел на твоих настройках? Хорошо моя брата светится? Великолепно светится. Это замечательно. Я ее даже не вижу, честно скажу. А, ну нормально тогда. Я просто опять играю за старика. Mm-hmm. По давней традиции. Вообще, как это по легенде можно все объяснить? Ну, то есть упал на нас вертолет, после этого мы лежали, зализывали раны где-то там в домике в Чернорусии, mm-hmm. потом взяли лодку и приплыли, думали, тут будет лучше. Сюда. Да, а тут внезапно люди с топорами и вообще. Люди с топорами, мачете какие-то. Так, а мы, собственно, похоже, подбираемся уже, нет? Похоже, близко. Я просто без компаса, но я просто запомнил направление, и я надеюсь, что мы выйдем туда, куда я хочу, чтобы мы вышли. Как здесь с транспортом вообще? Все не очень хорошо. Это же хардкор. Понятно. Тут очень много деталей для транспорта, но вот самого транспорта я не находил. Ну, я 2 часа бегал, но вот не видел. Как только я зашел, я увидел сразу ротор для вертолета. Но потом ну, завода скорчили. Здесь достаточно. Я вот думаю, если мы видим машину, мы будем мирными или нет? Смотря какая что... машина. Нет, машина и человек за рулем, то есть. Это вопрос выживания, конечно же. Двухместная машина пусть себе оставит. Хорошо, договорились. А если он в двухместной машине и с этим бандитским тюрбаном? Если велосипед, убиваем сразу. Велосипед, да. За велик просто я готов убить. Кстати, как у кого там с голодом, с этим? Потому что у меня еда и вода. Скоро захочу жрать. Вода у меня меньше половины. У меня еще есть ножик, если что. Подожди, а... из... Ох, у тебя такой мачете. Да, я, кстати, даже не знаю, как я выгляжу. Серьезно. Слева медикаменты, пойдем возьмем. Видите, вон, выброс. Из водоема этого можно набрать флягу? Вот тут вот я появился, кстати. Я думаю, да. Но воду надо кипятить здесь еще. Такое нововведение. А как ее кипятить, на костре? Да. Нужен костер и пустая банка или что-либо такое. В общем... Хорошие новости. Еще есть туалетная бумага. Заболеть горло. Вот, да, туалетная бумага. Вытирать друг другу лица. Конечно, лица. Как же иначе. То есть взял, вытер Блэку лицо после драки. У тебя слишком много крови. Пока что просто больше вытирать ей нечего. Пока что система пищеварения особо не работает. Не работает функция покакивания. Так, есть пару морфинов. А тут эпипен есть, но я не уверен. Ну, я антибиотики. Возьмите кто-нибудь антибиотики, если вдруг простудитесь, будет неплохо. А я возьму. Я возьму эпипен, если что кого-нибудь подранит, я сразу вкалю ему просто. Хорошо, пакетов крови с нет. Мачетой. Так что я готов уходить. Ну, вроде как все чисто. Вроде как да.
пока что нам везет. Всего лишь два человека за выпуск. Ну, один у нас не особо обрадовался. Сразу такой: о, говорит, это шустрый. А второго оставили умирать. Ага. Ну, у него там дела на самом деле полный швах были. Он не, просто думал, мы его отпустим. Я мог его решать еще даже пораньше. Смотрите, слева какое-то что-то типа баржи. Ну, я вообще с Ленфилдом за ним бежал. И Урал, по-моему, впереди далеко. Урал. Или меня глючит. Там впереди что-то стоит, да. Что-то с прицепа, по-моему. Это возможно, это... транспорт. А сервер, как все уже поняли, хардкорный, ни прицелов, ничего такого нет, поэтому... Даже третьего лица. Но это на самом деле и хорошо, да. Это очень круто. Нет, это похоже, какой-то что... просто вагонет, да. Какая-то. Так и есть. Так, а что ты еще справа говорил, вышка, что здесь я... около воды вышки не держаться можно. Особо? Около чего? Около воды можно простудиться, или как? Около берега, ну да, но мы же бежим, видишь, температура теперь какая? Когда красненькая, это значит тебе жарко, когда синенькая, это значит тебе холодно. Вышка не нужна нам это? Нет, конечно нет. Ладно. С оружием я здесь проблем, а вот зомбак считает, что мы пришли позариться на его вышку. Тихо. Я бы посмотрел, конечно, мачете, ну, хотя, в принципе, у нас бинтов, в принципе, хватает. Да не то, что бинтов, а, ну, ходи ворваться. Нет, у меня я... бинтов, подожди, у меня два бинта есть. Но я бы мог тех убить двоих и вышку посмотреть, хоть бы оружие наше. Да мы сейчас возьмем оружие нормально, Джек, нам только дойти надо. Кстати, пушка клевая. Я только не видел даже, по-моему. Г-36С. Не, G-36 я видел, я у Артура. Я пойду проверю лодку. Так. С голографическим, что ли, да? Лодка прицел нормальная. На самом деле обычный такой. Увеличение дает обратно максимум. Че в лодке? Да на ней нельзя ведь уплыть, да? Можно, но нет смысла. Сейчас проверю гир. Пустая. Сам какая-то уж больно побитая. А, да, забьем. Бесполезно. Кто-то, видимо, приплыл. Это так. Странно, я слишком долго живу. Деревня. Я по умолчанию должен умирать в начале каждой серии. Черный персонаж. Тебе надо было взять не старого, а черного персонажа, я считаю. Это потому, что я черный. Это потому, что я афроамериканец. Операция подставь Черномазова. Или живой щит. Справа какой-то дом. Да. Тут с тобой ну, тоже спорить не буду. А и спереди БТР. А на БТР, кстати, не хорони. Ну, здесь бывает спаун нормальных штук. БТР? Типа вар... зомби. Да. Ну, он такой слабенький БТР, подбитый. Джек, ты не поверишь, сейчас у тебя будет шанс. Тудун, тудун, тудун. Испытать твое мачете. Та-дам, та-дам, та-дам. У меня только что тоже провисло, кстати. Да, это... Я не узнаю этот пассив, я не узнаю этот причал. Его здесь не должно быть. Я здесь не понимаю, все поменяли. Я вообще не понимаю, где мы. Они изменили игру ради нас. Что это там справа такое? Тут какой-то обряд. Справа от нас, видимо... Это группа зданий. Да. Будто я первый раз зашел. Так. Аккуратно на картонах проходим, если кто-то агрится. Наш... Ну да, я на краюшке пока что пробегаю. Мимо. Бравый мексикашка разбирает всех. Ну прикольно Бива этот. Мехико. Бива Мехико. Мачете, мачете, мачете. Мачете не смысит. Тебе справа, справа бежит Джек. Мачете, мачете на тебя нападают справа. Ты просто... Сдохни, сдохни. Что у него там? Дымовая граната берем. Юрий его скилл был. Юрий уже второй раз попадает. Ничего нету внутри, не рядом. Не внутри, не рядом. Значит, идем дальше. Вы спросите меня, почему? Подожди, так, стоп, где он тут? Мы оставили следы. А, пошла жара. Бедный парень. Я не знаю твоего имени. Ты был очень страшен внешне. Да. Я упокаиваю тебя. Надо наши он умер от неизвестной причины, самое главное. Мне надо пересмотреть. Потому что... Нет, просто, ну, сейчас реально могли оставить человека с топором, а мы ему врубили. По первое число и оставили умирать. Столпы зомби. Понимаю я, давай мы не будем как-то разделять нашу всю ответственность. Если я стрелял по нему, то я возьму. Я тоже по нему стрелял. Себя, да. Ну, ты тоже бля, по нему все раз, по нему стреляешь. Раз уж все начали откровенничать, то и я по нему стрелял. Сейчас все признались. Максим, почему ты такой жестокий? Я? Я? Да. Хотя да. Ты на нас плохо влияешь. Вот видишь, мы теперь убиваем. Мне живет некая сущность. Помнишь, Джек Шепард наше это... Первое убийство. Да. Вот это было волнение того. Трясло аж прям. Ой, да. Спать не мог. Ночью просыпался и видел его лицо. Ага. А самое главное, Артур еще пугал меня, типа говорит, иди, ты ж никуда не держишься от меня, иди давай вперед. Да-да. В прицеле меня поддерживал иногда. Было страшно жить. Это вообще, конечно, было прикольное время.
Но самое прикольное то, что еще когда мы с Максом не были знакомы, я в первый раз зашел в DayZ, еще до того, как сделал первый взгляд. Пришел там в электрозаводск. Нет, ты уже, брат, ты уже сделал первый взгляд. Это было... Да, это было на следующий день, с компанией своих подписчиков мы пошли гулять, и в это время я, сидя на больнице со снайперской винтовкой, со своим другом, говорил: «Чувак, да это же Black Silver, если мы убьем Black Silver, то все, считай, что жизнь далась». И на побережье ночью вы зажгли фаера, и фаера выдали вас, и наша первая встреча закончилась печально. Сволочи! Блин, я просто видел, как вокруг меня начали падать люди. Люди, да, натурально там был замес. Там люди уползали без ног, без рук. А я кричал другу: «Стреляй, это точно один из них!» Вот это были эмоции, да. Зато да, это было такое впечатление. Игру не знал никто, я представляю, как его было стоять там. Вот не такие... знаю, но сейчас, я думаю, даже будет интереснее, потому что все уже более-менее опытные. Да, и что-то могут. Да, даже я достаточно много в арму вторую в Эдитер играл, в арму третью, то есть... Ну, сейчас арму третью доведут до ума, и будет невероятный мод, этот, как он же, он Wasteland называется, он и в этой армии тоже есть. Да-да-да. Это будет очень круто. Столько игр именно сэндбоксовских с open world и опасностью игроков, ну, то есть где мир предоставляют игрокам самим. Мне такие игры очень нравятся. Я... Да, мы идем на зомби сейчас. Официально я заблудился. Вот доработали бы они тут возможность именно с Humanity, то есть убил троих человек, ты бандит там. Да-да-да, и бандит. Не убил никого, ты герой. То есть, что тюрман на голове, а вот бандит как бандит. Чтоб... Да, именно там форма такая военная, там, не знаю. Нет, там, не уж не военная, а какая-нибудь ожерелье. Гангстерская такая, кожаночка там такое. Да, вот это было бы вообще... Пацаны, я маслину словил. Вот тебе подарочек. Ты прошел, кстати, сталкер? Кушай яблочко, сука! Чертов убийца. Слышишь, ну я не знаю, серьезно. Мы куда-то, что короче, придем. Что там за лодка у нас? Что это за берег вообще? А если там люди, давайте захватим. Нет, лодки нет. Ты хочешь стать пиратом? Я захватим это. А здесь по-прежнему такая проблема, что плаваешь, и все твое говно всплывает наверх. По-моему, уже давно нет. Я не пробовал какать в воде. Просто мы уже когда играли тогда, мы переплывали через... Переплывали на Черноруссии, помните, на островок от вертолета. Я помню, но по всем законам физики оно должно всплывать, действительно. Или я что-то не так понял. Нет, он про вещи, которые... Про вещи, да. Раньше мы когда плавали в самом начале... Одну секундочку. Зомби. Одну секундочку. Все. Я только отвернул. Я отвернул, чтобы это не видеть, поэтому. Нет, я просто. Нервы решил... моих зрителей спасены. Заметаем следы. На этот раз мы вместе займемся. Я помог тебе выкопать яму, а ты закопал. Давай, обнимемся. Мы вместе людей. Блин, это лодка. Мне как-то даже интересно. Хочешь сплавать? Да на самом деле нет. Она же медленная, на ней просто уснешь. Ты настолько продробнешь, чувак, это будет просто жесть. Мы будем тебя потом, не знаю, одеялом укутывать и какао тебе горячее готовить. Кстати, насчет хитпаков у кого-нибудь. Кстати, я не знаю, где мы, поэтому побежали вправо, потому что я не узнаю этот массив уже хер знает сколько. Чувствую. Это... Но мы продолжаем двигаться, да? Мы идем не то что на военную базу, я потерялся. То есть компаса нет, я потерялся. Видимо, это сказывается мое волнение. А я нервничаю прям. Это было. Круто, это на самом деле очень круто, что мы потерялись. Вон, бежит товарищ. Товарищ бежит, товарищ. Лежит. Да. Там с ним поблизости еще один был, да? Не нагрелся вроде. А нет, естественно, там дистанция такая, что по темпе не сагрится. Так. Интересно, где мы находимся? Я вижу Воркуту, господам. Я вижу здоровый кран, да. Воркута. Как насчет, чтобы заскочить туда на огонек? Ну, найдем Джека Шепарда оружие или мне смерть. И тогда Джеку Шепарду оружие с меня. Дело в том, что в Воркуте очень часто спавнит. Ну, то есть мы перед тем, как пойти туда, идем за камуфляжем. Ну, то есть в Воркуте... А он слева наверху, что за база? Слева наверху база? На горе антенка и какие-то здания. Возможно, это база военная, может, туда? Да, ты прав, пойдем. Пойдемте. Могли бы зайти... Потому что недавно бывал на одной базе. Столько мест, чтобы пойти куда-то. Нет, там это Еловиски. Не, все, отвечаю, Еловиски. Там нет военной базы. А что там есть? Там есть радиовышка. Он сзади нас здание, какие-то дорога. Пойдемте лучше в Воркуту. А? Воркута, это местный электрозаводск. Там происходит самый факт. Местный электрозаводск это А2. Это такой бункер подземный. Вот там, да. Там страшно? О, чувак, это просто хардкор. Там страшно не то, что там страшно, что... Ах, там просто страшно. Ну, мы это еще увидим. Оставайтесь на наших каналах. Да, мы там еще не были.
И это правда. А нет, могу сказать, это хорошо. Я все испортил. Опять. Справа заправка. А слева зомби. Слева куча зомби, да. А мы такие раз направо к заправке, а слева зомби. Совершенно такие. Не палимся такими дорогами. Это табличка, что ли, такая покоцанная? Да, там написано Воркута. Лично. Тут, кстати, есть магазин, а в магазине, кстати, о, мне, кстати, очень нужно покушать. А мне попить. А мне, у меня есть еда, да, если ладно. Что. Ладно, занимаем позицию. Как это все тут делается, я забыл. Правый вот. Кнопку. Ринг соды. Раньше, помните, как можно было колесиком крутануть, типа, есть и попить? Ну, о, да, это было так классно. Очень удобно. Ну, они специально это делают, потому что куда? Это хардкоры. Занимает достаточно много. А потом нам сделали хардкоры. Тут есть магазины, а в магазинах есть... Еда, вода и все оттуда вытекающее, что есть в магазинах. Нам нужны спички и возможности одежды для вас. Потому что белые гили на вас одевать нет смысла. Хотите, покажу? Да. Зацените. Сейчас. Так, чисто ты не окажешься в море случайно? Не-не-не-не. Ты только знаешь, такой профессор. О, это просто лучшая маскировка на свете. Мистер Беспалево и доктор Шустер наносят ответный удар. Не, ну на горе снежной, я думаю, все отлично. А, на снежной горе ты замерзнешь по той костюме, тоже есть такая инфа. Он ни рыба, ни мясо. Не, я просто думал, что если спрятаться с ним, то... Нормально, для... конечно. Под хитпак. Горный камуфляж. Прикольный. Нормальская именно такая суровая. Челябинская местность. Чего этот город стоит, да? Вот Воркута, например. Такие дома. Ну это же Припять. Просто так посмотреть. Припять, она и есть Припять. Вот, да. Собственно, пожарная станция. Клево. Да. Она и никак не изменена. Так. Я фейл. Я трижды фейл, ребят. Тупо назад. Кто-нибудь объясните мне, что значит пистолет мигающий? Это значит, чтобы начался бой и из игры уже больше не выйти. Понятно. Но это скорее всего из-за того, что мы просто вместе. Нет, он мне постоянно мигает. Из-за того, что я шмальнул. Вот у меня ствол просто любит пропадать вниз. То есть релогеры получили по щам, да? Релогеры теперь нажимают Alt+F4 просто. Осторожно, шус, чуть-чуть слева, где-то там зомбак, нужно зомбака рубить мачетой. Мачетой нужно его. Я иду. Слева, вот он идет по елкам, он сейчас будет по елке идти. Вон он пришел. Он за твоей спиной. Нет-нет-нет, я вот этого вижу. Окей. Ауч. Тут еще один. Тут еще один, Джек, тут еще один. Здрасте, месье. Замечательно. Ты просто маньяк. Так. Ушел один. Но на вышке вроде никто не светится так-то. Еще один, Джек, еще один, ты не готов. Еще. Что-нибудь. Джек, сделай что-нибудь. Все, упал. Кого-нибудь? Этого я не буду хоронить, он плохой. Справа еще один идет. Идет прям или бежит? Да, левее тебя сейчас, за елкой. А давайте просто пройдем. Да, давайте, может, забежим еще внутрь. Пожарочку, да, пройдем. И там разберемся. Только сейчас мы аккуратненько пройдем. А может справа? Нет? Чуть-чуть. Или там нет входа? Мы уже шифтим, нет входа там. Там долго обходить. Понятно. Они уже сагрились, давайте, ребят, пожарка. План пожарка, все бегом. Топ. Угу. О, сколько у вас тут, ребятки. Ой, вообще, сколько воспоминаний. Это настолько круто просто. Я пойду посмотрю пожарку, лупите пока, хорошо? Ну, лупите, в смысле, Джек, мистер Джек, лупите. Да. Нашел пару обоим к Артуру Гана. Станаги? Нет, да, 36 магазин. И для Артура Аксу лежит. Ой, только для... Аксу не простой, Аксу с глушителем. А без шума. Блин, они двери открывают, но открыта же дверь была, ну. Так, Джек Шепард, у тебя сегодня просто день мясной. День мясной. О! Тебя убили? Нет. Я думал этот. Руби, я отошел. Я аккуратненько. Ага, я отошел. Просто хороший. Да, я пройду, можно пройду? Я пробегаю. Да, все. Тагил. Так, Артур, я тебе в сумку куда покидаю, какашек. Да, дверки прикрыли. Так, я пока у них посмотрю, может у них есть там... В сумке два магазина к тебе. Мне сказали, что с них лут теперь хороший падает. Нет, не падает. Вот, ребята, это, давайте вам два хитпака скину, подберите их по одному себе. Я уже взял один, только что у тебя без спроса. А, ну Джек Шепард возьми тогда оба. Так, давай. Около меня. У меня вообще их нет. И наверху Аксу, если что. Да, он бесшумный, и тебе будет, я думаю, вообще просто прекрасно. У меня есть патрон для MP5, выкинуть? Не стоит. Ну да, выкинь, не нужны, точнее, не тебе. Вот что я способен, да. Так, попью. Еда, если мне будет нужна, кто-нибудь даст, да? У кого-нибудь есть? Конечно, мы сейчас идем в магазин, и ты сам возьмешь все, что тебе надо. У меня есть один кен тут, бобы. И здесь у меня... Вообще, без прицела, конечно, с мачете трудновато. Блэк, иди сюда. Я буду тебя брить.
Ты забрал Аксу? Джек Шепард. Аксу, наверху, на пожарке. Аксу, возьми, а пойди, бешунку пойди возьми. Аксу, на пожарке. Разве я должен был взять? Конечно, ну, у нас есть это... пушки. А, ну все. Я просто думал, что я с мачете и меня... Да ты бешунок будешь, это хорошо. Для тех, кто в танке, вот все нашел, на пол сейчас положу. Бесполезно, честно. Это что? Ее сейчас нельзя взять, это бритл. Это моя любимая штука в игре будет. О, зомби заходит, аккуратно. Он заходит через стену. Ты не поверишь, мы подождем, пока Джек идет и убьет его с бешумки. Да хрен ли он нам сделает-то. Хотя может рвануть сейчас. О, господи. Сквозь господи. Меня пробежит и ноги поломает. Че, решил хлопнуть? Я решил вспомнить былое. А. Это настолько неудобно сделано вообще. Да, да, да. Топор. Угу. Кстати, видел этот инвентарь в третьей армии? Вот этот, по-моему... Просто очень удобно. Вин, да? Потом посмотрю. Я просто решил не портить себе вообще. О, а вот и молодой человек. Я с вами. Кстати, товарищи, которые спрашивали, когда будут еще туториалы по эдитору, пока что там делать нечего, игра вообще пустая. Как выйдет уже полная арма, я посмотрел там. А я посмотрел, кстати, то, как ты в эдиторе там устраивал миссии, довольно интересно. Интересно, именно если мы будем играть, потому что одному это все-таки смысла нет. Мы с Джеком Шепардом уже попробовали, вот перед тем, как делали этот мультиплеерный опыт. Я создал миссию, но мы в нее не смогли зайти, а мы его как заходили, автоматически выигрывали. Да. Что-то я там с этими. Никто не отстал. Если кто-то сагрится, бежим до ближайшего здания и сбежим вот там. Здание все входные, что ли? А если один, например, я могу его с. Конечно, но смысл есть. Просто все. Ну, ты сможешь попасть по бегущему? У тебя много патронов? Сколько? У меня одна обойма. Одна, 30 патронов. 30 патронов, это значит 15 зомбаков. А выстрел в голову. Да. В идеале. Ну да, один уже согрелся. А мы его сейчас под елочками, под елочками. Или вот сюда на заводик аккуратно заскочим. О, заводик. Давай. Прикольно. Я на таком, по-моему, даже не... Или стоп. А, так это стандартный завод. Это там, где у вас замес был. Без меня да, еще. Да-да-да. Невероятный замес. Когда на вас совершили покушение, вы отбились. Причем практически без потерь. Было смешно. Да было нифига себе как. Артур там вообще-то ничего не понял. Что произошло? Это нормально. Совершенно покушение было. Это вошло в аналы истории. В аналы истории. Давайте направо, тут завод, через него. Я потерял вас. Это беги вперед. Вдоль дороги. А вот магазин, нет, даже идем в магазин, слышь, братишка. Как видишь, красные контейнеры. Мы около них. Иди в магазин, проверь пока, есть там кто, я побегу с Джеком. Вон он бежит. Беги прямо. Все вижу. Вот ты сказал контейнеры, я сразу на них рванул. Так, операция зачистка магазина, да. Короче, кого видите, никого, даже не раздумывайте, лупите никого. Просто наглухо. В упор, да. Издалека, тут Винчер. Тут есть Винчер голимый. Бинокуляров много. И еды так, много. Нашел. Бинокуляры часы. Пригодятся, кстати. Да, 3 штуки есть бинокуляров. Туалетная бумага. Прекрасно. Все, вытираем лицо. В постапокалипсисе. Так, ножик. Бинокль блочит этот еду. Сейчас все оформим. Primary target, спички компас. Ох, тут две этих баночки с едой и бинокль. Да. У меня есть. Давай, у меня не компас, у меня же часы. Чего вру-то? У меня тоже часы. Вот карта. Возьмите карту, потому что у меня есть. Зомби зашел. Можешь решить его? Вопрос. Я его не вижу. У меня. И я его слышу. Джек, надо решить этот вопрос. Он зашел в прилавок. Я, это... блин. Ты, он развел тебя просто как сына. Ты смотри, что он делает, да? Невероятный зомби. Слышишь ты куда пошел? Он просто уходит, ему плевать да на меня. Какой-то вообще упоротый просто. Блин. Я нашел самый крутой пистолет. Мне упоротый враг, да. Победа. Ох, как я в свое время любил Винчестер. Он такой тихий был, такой мощный. Ой, а извините. А потом его сделали чуть-чуть погромче. Да, чуть-чуть послабее. Так, ну что, попить, поесть набрали? Да. Попить, поесть я не набирал, но я думаю, вы набрали. У меня одна канистра еды есть, то есть консерва. Ну все, я пошел на склады. Можно мне быстренько, пожалуйста? Ладно, я обойду. Какие проблемы? Никаких проблем нет. Конечно, какие проблемы-то. Сзади зомбак, сейчас буду мочить с Макарова. Закройте свои уши. А у тебя есть Макарыч, я тебе могу. Только что нашел. Могу дать патроны. Я понял. У меня есть. Спасибо. О, тут тоже Макарыч. А нет, этот. Это 911, который я выбросил. Вольтик. Пустой.
Так, потом в школу идем, да? А есть смысл? Не знаю. Я вообще предлагаю посмотреться просто здесь. Потому что она тут рядышком. У нас вообще все есть. Единственное, не помешало бы Джеку Шепарду рюкзачок получше. Вообще да. Мне кажется уже все. Так, Шепард, ты где? А вон ты. Я в углу сижу. Просматриваю ход, если что. Ну что, ребят, выдвигаемся? Да, сейчас, одну секунду. Тут никаких высоток нет, то есть, если что там сверху... А мы время не засекали, ха-ха. Да, да, ладно. Первая серия, чего уж. Нет, а если я в туалет захочу? Ты же понимаешь. Да у нас же есть туалет. Дело-то житейское! Ладно, пойдем направо, тут тоже можно хорошо. Бандиты на дамбе пишут. Вы такие косы. Мы можем, кстати... Мне это нравится. Мы, кстати, недалеко от дамбы, можем пойти на разборку с бандитами. Успеем ли... Успей. Так, это что за здание? Я такой в первый раз вижу. Я тоже. Это типа магазин, только не магазин. Заходите вперед, я посмотрюсь пока. Мы зайдем. Меня вообще? Двери не пускают. Как их открыть, может? Эти двери входные, или тут нужно разбивать стекло, или искать входные, отход? Входные, ребят, вот вы можете пройти через эту дверь, вы что? Смотри, конечно. Смотри, дай-ка я. А как? Да-да-да-да-да. Оп. Худеть надо, господа, худеть. А, вот. Я смог. Тушенки нажрались, и все. Понажирают сюда, как Тёма. Так, здесь у нас... Бандажик для кольта патроны, если что, есть часы. Патроны для кольта, кстати, часы уже у меня тоже. Пистолетик не хочешь взять? Ленфилд лежит. И в основном всякий мусор. Патрон для 911-го, патрон... 911-й кто-нибудь мой забрал? Никто не забирал. Нет, там лежит. Ну и все. У тебя Джек Шепард есть пистолет? У меня есть патрон для пистолета, пистолета нет. Может, надо посмотреть кольт? Туториал шестрина. Я думаю, что да, мне сбегать взять кольт, потому что тут... И почему ты такой робот? Да, опять. Ты знаешь, что пока Джек Шепард ходит, я все-таки, пожалуй, делом житейским сейчас займусь. А я возьму газировки. Прикрой меня, брат. Пожалуйста. Ты где находишься? Рядом с тобой. А нет, рядом с Джеком. Сейчас я. Ты уже вышел через задний ход, да? Если кто не понял, Шустрила пошел в туалет. Объяснил такой. Я просто сам не так думал. Че там, Джек Шепард, пистолет как? Я тут пока тушку охраняю нашего снайпера. Снайпер отлучился. Ты как всегда прицеливаешься в голову, да? Блин, место плохое такое, сквозное, простреливается с двух сторон. Давай пока посмотрим, что у него в рюкзаке, чем сопрём. Сейчас такой, ох. Консервы, антибиотики, гири. А я машину вижу, кстати. Машину? Стоит Запорожец, но мне кажется, что он сломан, наверное. Запорожец здесь обычно, если я все правильно понимаю. Да, это Запорожец, он сломан. Скорее всего, модель вообще тупо перевели. Если что, я в школе. Я все-таки решил тут осмотреться. Школа находится напротив магазина. Да, прям напротив. О, тут спички есть, отлично. Ну, прекрасно, не зря сходил. Ничего не зря сходил. О, аппарата, господа, все, я готов. Уходим. Джек Шепард пошел в школу, он нашел там спички. Здесь есть ПМ, Артур, если что, у тебя есть пистолет? У меня G17, да. Пойдем, прикроем его. Если что, я на первом этаже. Ты Запорожца видел когда-нибудь сейчас? Я видел, да, он стоит, беленький. Нет, в смысле, они... Настоящие? Конечно. Можно ли на них ездить? Нет, нельзя. Ну, в смысле, на настоящих можно, да. Тут есть револьвер. Хотя я не уверен. Что за револьвер? Ну, он как 911, и... только револьвер. А. Третий этаж, это как второй, только третий, да? Угу. Еще на крыше, внимание, тут легко можно на крыше залезть. Домов высотных. Так, здесь есть еще одни спички, может кто-то возьмет себе? Я иду. Давай, на втором этаже сразу от лестницы. Господа, тут тихо, я думал, тут будет больше народу, потому что когда мы пытались еще встретиться только... Да, тут был замес. Да, тут кто-то стрелял в кого-то. Не на жизнь, а на смерть. Интересно, моя борода меня беспокоит. Тут ПМ-ыч, кстати. И да, ПМ-ыч, да, я говорил. Какие-то новые спецэффекты появились, вот этот вот дымок такой. Так, это Артур на крыше лежит напротив. Тут два ПМ-ыча. Это я. Вот здесь вот сюда зайди. Ага, уловил. Не туда я зашел. Я на третий этаж. А нет, вот сюда. Так, здесь хитпаки есть, я, наверное, возьму. Конечно, да. А как мне знать, когда у меня с температурой плохо? Этот колбочка красная будет или синий. Красный — это хорошо, наоборот. Так, Артур, я выхожу, иду к тебе. Все-таки я предлагаю пойти на разборку на дамбе бандюков-то пострелять.
Ну, посмотрим. Это будет правильным решением. Ну, то есть... Если это не очень далеко. И на карму. Не, вообще понты. За 5 минут управимся. Так, на кого надо? Да, да, да. На крыше, это, за стрелы гонится. Я за твоей спиной. Главное, СМ-911 ли, патроны лежат для ПМ теперь. Это странно. Бабайка там идет к нам, похоже. Да-да-да, бабайка сейчас, да, что? Да, вон она. Правильно, упадет. Попала бабайка. Точно. Так, я спускаюсь. Давай, выходи. И иду сразу к вам. Хорошо. Ну, пока что вроде спокойно. Все, давайте, двигаем к дамбе. Кто-то все тут согласны? Такой непохороненно лежит. Кто-то тут такой. Просто понимаете, люди, они во время постапокалипсиса, это очень сложная стрессовая ситуация. Да, многие сходят с ума. Многие не выдерживают и сходят с ума. Макс, ты куда свинтил? Возвращаюсь к вам. 7. Я в кустике. Я тут, сзади ваш, за вашей спиной, за вашей спиной, позади вас, позади. Вижу, все. Я просто смотрел в ту сторону, мало ли там кто будет. Так что, я если что веду на дамбу. Как вам план? Ты идешь убивать людей? Нет, бандиты, там-то и дело. Ну, бандиты, ладно, есть, да, ощущение, что пасут там просто. А я вот знаю. Я думаю, он знает точки, откуда они могут пасти. Конечно. И мы придем как раз сзади. И мы ударим очень хорошо по ним. Угу. Это хорошо. Но если бандитов два, то все сложнее. В идеале я хочу. Я хочу подойти к нему сзади, когда он лежит в своей елке, и так в микрофон ему: «Помолись перед смертью!» И тот такой: «Туалетная бумага!» «Туалетная бумага! Туалетная бумага!» В лицо мне, в лицо, и убегает. Тихо, тихо, тихо. Что? Это ёж, он схватил меня. Представляю, такой мужик реально сидит в двери. Ребята, полный рост, вперед. Справа такая рука с туалетной бумагой протягивается. И все, и тут кончился мужик. Ну, плавно, впереди нас дамба, так что, ну, то есть, скоро будет. Поэтому, если кто-то оттуда будет бежать, то мы встретимся лоб в лоб. Если у них будет оружие, то разговором разговаривать с ними не будем. Я чё, покажи кнопку V, нажми. Шус. Да, пожалуйста. Хыч! Оба! А я еще не так, а теперь бочком. Хыч! Ладно, а чё у меня... У меня ноги в крови, гляньте. Да, нога в крови, обе. Что произошло? Я понятый, правда. Кровь не течет. Видимо, прыгал, коленки поломал. Значит, нет, кровь прыгать не течет. Ну то это осторожнее так. Ну так ты попросил. А, блин. Я что-то хоп и все. И колени в мясо. А, ты в смысле хрустнул, когда прыгнул? Да нет. Я прикалываюсь. Просто. Парни по мне стреляют, они рядом. Спасибо. Меня даже не стукнул никто. Кстати, тут же есть теперь шанс заразиться даже при переливании крови. Курс? Да ты че? Ага. Вообще таскает часть. Когда кровь все кровь сидят с пакетами крови, не я не перелью. Я могу заразиться. Слева заяц! Нет, не нужен. Это не настоящий заяц. Огонь на поражение! Нет? Ну ладно. Заяц, у него автомат, господи. Он целится в меня, да? О, боже мой, это. Палатками народ по-прежнему пользуется. Нет. Тут смысл, тут я думаю, лут не так трудно найти. Если знать, куда идти, как обычно. Почему, не знаю. В Черноруссии, конечно, с этим посложнее, я так думаю, было. Ну, конечно, в Черноруссии, ну, да, просто с оружием посложнее, то есть оружие на вес золота. Что справа за домики? Обычный, деревушка, ничего интересного, проходим мимо. Блин, обычная деревушка. Помню, как в первых сериях ползали к любой деревушке: «Ой, там зомби, надо проползти, чтобы никто не заметил». Ну, а теперь... Шепард, ты чуть-чуть присядь все-таки. А я вроде... А, вот, суси, я просто... Команда села, и ты сядешь. Сядем все. Сядем все. Мы сядем все. А на выигранные деньги я куплю себе новый автомобиль. Москвич. Ура! Как там? Что-то, что-то. Пошью, пошью костюм сопливым. И в Ялту. Да-да-да. А что он перед этим сказал? Я не помню. Как говорил один мой друг, покойник. Я слишком много знал. Да. Где твоя дамба? Так, еще идти? Уже почти пришли. Так вот, я поэтому аккуратно. Я просто каждую елку смотрю. Но здесь-то им делать нечего, на самом деле, если не дамбу кинет. Но скоро мы будем там, где будет им есть что делать. Вышечка военная справа, обратите внимание, стоит за елочкой, но. Нас она не... Зато зомбак вот действительно заинтересуется, я думаю. А мы под елочкой. А мы в домике.
Режим, пожалуйста, я хочу вышку. Я сейчас так себя сдерживаю, чтобы не оболтать ее. Да забей. Бывает, бывает. У нас же все есть. Да. Халк, вышка. Вышка. Халк, лутать. Ну моя. Халк, лутать. Прикольное место. Да, хорошее. Не знаю, вообще... Сказочная. Тихо, по-моему... Нет, можно, там просто трава можно, была. Весь рост можно. Так, ну что ж. Вот сейчас оно. Открытая местность. Я боюсь. Да. Поднапряглись все. Бум, да не то, чтобы поднапряглись, просто потому что я опять... Компас нужен, короче, очень быстро. Это не дамба, да? Нет, совсем нет. И массивы, туда, и массивы я данные не узнаю вообще совершенно. Мы пробегали. Знаете, у меня подозрение, да, что мы отсюда как раз проходили. Сзади волка. Глупости. Это, следовательно, дамба просто на другой стороне. У меня вообще... Ты как это называешь? Как это топографический? Топографический кретинизм. Да, именно так и есть. Я уже выучил эту фразу от него. Короче, это жесть какая-то. Срочно компас мне. Будьте компас. Из направления... Не, ну так, я, конечно, у понимаю. У нас есть топор, у нас есть спички, если что, с голоду не пропадем. Теперь кабанчика, если встретим, то нужно будет его харчить. Проблема. Че? Тут очень мало живности. А я только появился, когда... Кстати, обратите внимание, бродячий зомби, вот тупо бродячий. То есть он, видите, один, никого. Но он рядом с нами просто появился. Никакого лута, да, он просто бродячий. Понятно. Пока писал, меня чпокнули, говорит парень. Бывает. Некоторые девушек чпокают, некоторые мальчиков. Жизнь такая штука. Не ты чпокнешь, так тебя чпокнут. Чпокнуть? Чего мы вообще? А чате? Совершенно ж ничего не происходит пока. Я уже второй раз веду вас в никуда. Да. Давайте отрубим Сусанину ногу. Не надо, ребята. Я жалуюсь Сварогу. Не знаю, просто рифму. Очень в рифму. Очень, да. Мне кажется, или здесь такая перманентная осень? Здесь зима. А я вот вижу одного, а я вижу второго. Давайте отрежем свою ногу. Не надо, ребята, я знаю дорогу. Я исправился. Угу. Ты хороший. Я, да. Так, мы скоро выдохнемся, похоже. Следы-то, кстати, от танка. Тудун, тудун, тудун. Кстати, у нас гранаты были, по-моему. Ребята, парочка. Я вижу. А нет, это не кабан. Я уже думал, ты сейчас скажешь, я вижу выжившего. Да я пенек перепутал с кабаном тут. Я такой, где? Много. Где? Покажи. Ну, мы пришли на эту лесопилку. Что за таратай? Я думаю, на лесопилке мы сейчас просто попрощаемся. И хорошо. Дальше уже в следующей серии будем, да, искать дамбу. В общем, договорились. Собственно, Намальск мне всем нравится. Почему? Потому что это Намальск. Объяснил? Нет. За то что? Правильно. Оскар пошутил. Петросян, Петросян. Тан-та-тан-тан-тан. Вот не надо Ваганыча трогать, кстати. Ваганыч вообще от души. Ваганыч хороший комик. Вы кто, говорит, по гороскопу? Я пиво, а я рыба. Ха-ха. Добрый юмор. Это называется комик и зритель нашли друг друга. Так, ну что? Я предлагаю попрощаться в елке. Давай вот в елке в этой. Кто начинал, тот и прощается. Ну да, чё, с почином нас. Второй сезон начался, я думаю, достаточно успешно. Мы уже успели стрелить одного достаточно доброго, я думаю, парня, оставить его семью сиротами. И общем, не, мы не умерли, это главное. Да, да, я не умер, это главное. Мы все еще живы. Артур жив, ура. В следующей серии пойдем к дамбе, скорее всего. Ну, посмотрим, в общем. У нас тут еще очень много дел. И что самое характерное, то, что мы тут путаемся. Это, по-моему, прекрасно. Потому что Черноруссию мы уже знаем наизусть вдоль и поперек. И я, честно говоря, просто соскучился по вам, ребята, вот по компании в DayZ. Мы тоже скучали. Мы тоже скучали. О, стоп. И зрители скучали. Заканчиваем запись, обнимемся. Да, все. Давайте увидимся в следующей серии. Всем удачи. С вами были Макс, Григорий и Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Пока. You're not gonna take what they